Трешая. В каком ты классе? В третьем. Карлсон, который сидит на крыше, Буратино в школе не учились, а считаются умными людьми. Карлсон в школу не ходил, потому что у него был пропеллер, он летать умел. А Буратино азбуку продал, чтобы попасть в театр и стать актером. Так ты ходишь в школу, потому что у тебя нет пропеллера? Да. Школьный двор тысячу раз виден-перевиден. Голубь, часы. Задание — найти между ними сходство. Не вообще, а исходя из законов движения. Леонид Григорьевич Бурлаков, физик 79-й средней Рижской школы, учит видеть в привычном неожиданное. Урок начинается мозговым штурмом. В любом случае интересней, чем гадать за партой, вызовут тебя к доске или не вызовут. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Раз, два. В 79-й школе кругом новации. Три года назад открыли свой телецентр. Записывают для школьной видеотеки учебные передачи центрального и латвийского телевидения. Готовят собственные программы. Три, четыре, и раз, два, три, закончили. Чем объясняется то, что вот этот шарик даже при наклоне струи воздуха остается вот в таком положении? Струю воздуха в виде полосок, то когда мы поместим в эту струю шарик, то эти полоски будут постепенно здесь сжиматься, то есть давление воздуха по краям будет увеличиваться. Вот так вот. И, следовательно, для того, чтобы шарику выскочить, он должен преодолеть это давление. И обязательно эта струя должна быть вертикальна. То же самое можно проделать такой же опыт не обязательно с воздухом, можно с водой. Если мы, например, на фонтанчик вертикальный... Так, будь добр, пожалуйста, покажи этот опыт прямо здесь. То этот шарик будет удерживаться в этой струе воды, в ванне. Он не будет никуда уплывать. Значит, вот если мы сейчас наберем воды в раковину... Научить размышлять, спорить, задавать вопросы. Научить учиться. Ну вы вообще все отвечаете близко, но вокруг да около. Лапченко подошел пока довольно близко. Пожалуйста. Ну, тут уже струя прошла через первый шарик, тогда и труднее удерживать второй. И поэтому должна быть либо более сильная струя, либо... Бурлаков работает с ребятами методом развивающего обучения. Главное не отметка, а радость самого познания. Я не буду очень подробно его вас спрашивать, но тут самые главные идеи. Киргизия. Один из 50 народов, получивших письменность лишь после Октябрьской революции. Цифры и факты. Три четверти населения царской России на рубеже веков были неграмотны. В Советском Союзе не только ликвидирована неграмотность, но и узаконено всеобщее обязательное среднее образование. Чабаны колхоза имени Карла Маркса попали прямо на урок истории. Похоже, что третий век нашей эры. Чабаны сомневаются. Учитель Султанов с ребятами нет. В книге точно такой же рисунок. Всех интересует, с натуры ли сделано, ведь сейчас здесь верблюды не водятся. Когда-то было принято, что главное в учебе запомнить. Формулы, цифры, даты. Здесь учитель и ученик — соавторы урока. Школьная программа единая, но ключ у каждого педагога свой. Уникальная находка. Таких на всю Киргизию 15. Разбудить ум, развить душу. Тяга к знаниям останется, какой бы дорогой ни пошел человек. Время такое.
Популярность средних профтехучилищ с каждым годом растет. Приекульская в Латвии готовит кадры селу. Цифры и факты. 6 тысяч технических училищ в Советском Союзе дают молодежи и общеобразовательную подготовку, и специальность. С дипломом среднего профтехучилища можно поступить и в ВУЗ. От того, что они будут знать и уметь, зависит будущее страны, ее экономика. А задачи здесь все сложнее. Первая борозда, первый след, оставленный на земле. Знание вместе с профессией, профессия вместе со знаниями. Уроки труда в средней школе помогают и выбору, и взрослению. Межшкольный учебно-производственный комбинат в Риге знакомит с 14 рабочими специальностями. Вы давно взяли иголку в руки? Иголку давно, а на машинке в школе нас учат с 7 класса. Ну и как здесь? Некоторым нравится, другие втягиваются постепенно. Зависит от человека. А вам? Мне нравится. Я вообще думаю, может мне и дальше этому делу учиться. Себе что-нибудь уже сшили? Юбку, брюки, комбинезон. У вас скоро выпускной вечер. Сами себе сошьете платье? Да. И что это будет? Что-нибудь модное. Поточнее. Ну, что-нибудь в старых линиях. А еще точнее, ретро-стиль. Ретро-стиль. Шесть лет назад в Сибири создана для школьников малая академия. Заповедник Столбы. Приют доктора Айболита. Урок биологии у Елены Александровны Крутовской. Мы взяли к себе бродячую собаку, которая была приговорена на уничтожение. Она пришла за ребятишками, а мы ее забрали. Вот. Как вы даете имена им? Как мы с вами вчера договаривались. Лайза. Лайза Минелли. Лайза Минелли. Ой, сложно. Нет, Лайза это хорошо. Лайза хорошо. Это Лиза. Да, Лиза. А она Лиза так и есть. И вот мы уже долгие годы, мы получаем вот всяких таких уродцев, коллег из природы. У нас же 10 лет наши лица появились. Это не могло не сказаться. Бывает по-всякому, мы принимаем без гарантии. Прежде чем научить исследовать природу, научить ее понимать. В Малой Академии преподают профессора и студенты Красноярского университета. Занимаются они как, по субботам, по воскресеньям? Или... Нет, занимаются они в рабочие дни. Вот лекции у нас, например, были по четвергам в прошлом году, а кружки уже... Простите, Олег Леонов работает. Сам выпускник Малой Академии. Я сразу в нескольких. В кружках у нас работает, ну, человек по 5-6, примерно так. И в кружках занимается научной работой. Это такая переходная ступень от школы к вузу. Ну, потому что в школе, в общем-то, дается такое представление о науке несколько превратное. Да. Там все точно и несколько метафизично. А вот в Малой Академии уже показывается, как делается наука. На таком, ну, еще не высоком уровне, но все-таки школьники имеют некоторое представление. Братский техникум целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Расположен в зоне строительства Байкало-Амурской магистрали. БАМ превратит глухой,
необжитый край в мощный промышленный комплекс. Техникум готовит кадры среднего звена для строек и предприятий. С учетом сегодняшнего уровня производства, с учетом перспектив. Многие из ребят наверняка захотят учиться и дальше, уже в институте. Цифры и факты. В минувшей пятилетке в стране открылись 32 новых вуза и 81 техникум. Большинство в районах интенсивного развития производства. Я сам с Урала, Ися с Урала. Я с Братска. Так, а ваша мать? Отец? Мать у меня в Грузии родилась. А у вас? Отец питерский рабочий. У меня мама с Украины, а отец из-под Новосибирска. Вы довольны своей специальностью-то? Конечно, довольна. Почему выбрали именно ее? Ну, просто я хочу ответить словами песни. Не каждому дано так щедро жить, друзьям на память города дарить. Не знаю, наверное, это очень приятно, когда твоими руками что-то для народа сделано. Так вы считаете, что руки у вас добрые будут? Да. Ну, я выбрал свою специальность, так как она мне понравилась своим обширным, ну, необъятным краем работы. Ну, у меня мама строитель. Она училась в Кирове, а я там в садик еще ходила. И мне интересно было, как она чертила чертежи. И вот тоже выбрала специальность. Такая выставка для них – дело привычное. Летняя практика в Латвийской академии художеств тоже завершается вернисажем на улицах городов и сел. А здесь зачет принимается всей Ригой. Ежегодно в апреле в Латвии проходят Дни художников. Студенты – их непременные участники. Цифры и факты. За годы советской власти численность студентов выросла более чем в 40 раз. Все виды высшего образования у нас также бесплатны. Летний отряд называется «Релако». Рети Лаба Компания. Ре-ла-ко. В переводе с латышского на редкость славная компания. И одновременно студенты Рижского политехнического института. Институт выпускает инженеров 42 специальностей.
Замок в Цесисе реставрируют студенты архитектурно-строительного факультета. Это и практика, и трудовая закалка. В прошлом году в вузах Латвии рекомендовано к внедрению свыше 1000 студенческих дипломных проектов. 80% студентов республики занимаются исследовательской работой в научных кружках и обществах. Лето есть лето. Слет летних студенческих бригад. Кроме Релако, здесь и другие отряды. Компания значительно увеличилась, но славной быть не перестала. Подсчитано, диплом специалиста стареет сейчас в среднем в 2 раза быстрее, чем раньше, в любой отрасли. А в авиации тем более. Без вузовской технической революции ориентация на завтрашний век, на новые скорости и машины невозможна. Эпоха НТР – эпоха непрерывного образования. Полета 11 тысяч. За бортом? Минус 50. И время приземления? 17:00. По московскому? Да, по московскому. А вы откуда? Я из Туниса. И ваше имя? Максим. Вы прилетели, значит, в Ригу из Туниса? Да, в Ригу из Туниса. И учитесь здесь? Я учусь здесь во Вьетском институте, в Рига. На каком курсе? На 5-м курсе. И потом обратно в Тунис. Да, окончаем наши вузы здесь и обратно в Тунис. И там будете летать? Да, и будем летать. Кто дома у вас? Брат? Да, брат и отец. И ждет вас? Да, конечно. Институт выпускает инженеров наземных служб Аэрофлота. И поэтому Ту-154 ниоткуда не вылетал. Учебный аэродром – это аэропорт в миниатюре, со всей техникой. Нет только взлетно-посадочной полосы. Уральская государственная консерватория имени Мусоргского. Тенору не страшно избиться, уже студент. А петуху нельзя. У абитуриентов актерского факультета консерватории третий решающий тур конкурса. Учиться ей, так он уж загодя скучает.
не ест, не пьет. И сам завел такой обычай, когда уходит на добычу, то муху он с собой берет. А раз учить на актера в ВУЗе Свердловский начинает впервые. Для новых театров, которых еще нет на карте Сибири и Дальнего Востока. Творческого пыла хватает с избытком. Гармония придет, когда станут профессионалами. Покровитель студентов Аристотель появляется в Риге на Домской площади, когда первокурсники празднуют начало студенческих лет. Silentium, ars longa. Знания бесконечны, жизнь коротка. Многого можно добиться волей и талантом, еще больше трудом. В этот день даже вечный студент спускается с небес на землю. Поколение, которому надо учиться больше, чем любому другому из прежних.